Всем привет! В этом видео я вам покажу, как за минуту создать популярный эффект, который вы слышите почти в каждом танцевальном треке. Перед нами программа Ableton Live. На верхней дорожке удар бочки, на нижней дорожке басовая линия. Сейчас я вам включу, как бочка с басом звучат без эффекта. Воспользуемся компрессором, загружаем его на дорожку баса. Раскрываем дополнительное меню, где у нас есть кнопка Sidechain. И выбираем источник аудиосигнала, в данном случае бочку. И опускаем ручку Threshold вниз. Эффект заключается в том, что когда звучит удар бочки, бас приглушается и создается звук, от которого все пускаются в пляс. Визуально мы можем увидеть действие эффекта на экране этого инструмента. Вот как без эффекта. А вот с эффектом.